Всем привет! Сегодня с вами я, и сегодня я вам расскажу про очень интересную штуку в GTA 3. Это такая штука, о которой, наверное, мало людей знают. Есть такой, короче, чит-код в GTA 3 под названием Bang Bang Bang. Так вот, с помощью него можно так нехреновенько развлекаться. И сегодня я же вам покажу, что будет, если ввести этот чит аж целых 100 раз. Также мы посмотрим, как на эти модификации среагирует игра. А вы не забывайте там что-то, ну, типа там палец вверх и красненькая кнопочка. А я погнал! Для начала мы должны будем выбрать нам самый понравившийся нам транспорт. После этого мы едем туда, где мы должны будем провернуть наш прикол. После этого выходим из машины в таком месте, чтобы нас не задела взрывная волна. И выходим в меню и забиваем чит Bang Bang Bang. И сразу говорю, что сейчас будет очень громко, поэтому сделайте звук потише, потому что будет, ну, прям очень громко. Да, получилось весело. И так можно нифигово повеселиться. Ну что ж, ребятки, это еще не конец ролика. Сейчас я вам покажу очень смешную штуку в трехе. Поэтому будет смешно. Этот баг задержит в себе много прелестей, от которых можно нехреновенько поугарать. И также можно даже недостаточно пропердеться вот таким звуком. Поэтому приготовьтесь. Этим багом можно пользоваться даже во время касцен. Вот вам пример. О, смотрите, как далеко улетел. Даже чела прибило какой-то тачкой горящей. Короче, ну очень весело можно этим багом порадовать себя и сделать себе денек фана. Поэтому, ну как-то так это все работает. Но это еще не конец ролика. Вы же зашли на этот ролик по названию этого видоса. И сейчас как раз будет тот самый момент, которого вы дожидались 2 минуты. Ну что ж, поехали! Ну что ж, я приехал на место, которое очень безопасно для проверки этого чита. Ну что ж, ребятки, я захожу в меню. Это будет очень долгий вот, поэтому для вас это займет всего лишь пару сек, потому что я это обрежу на монтаже. Ну все, я вбил чит. Не забывайте делать громкость потише, потому что будет очень громко. Тихо-тихо-тихо. Вот вы увидели свое дело. Машины просто улетели в стратосферу. И сейчас начнется дождь из машин. Вот такое вот получается. Офигенно, да, выглядит? Ну что ж, ребятки, вот и подошел мой видос к концу. А вы не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, чтобы я выпускал свои ролики чаще. Ну давайте. До свидос!